Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Ребят, хочу представить вам интересный проект Century Mine. Очень приятное оформление, ничего лишнего, а главное, все очень просто. Для того, чтобы начать играть, вам нужно зарегистрироваться и скачать клиент. Итак, как мы с вами видим, очень приятное оформление меню, все так очень радует глаз. И для того, чтобы начать игру, вам нужно нажать «Продолжить игру». Вот здесь у нас три сервера, да, я решил поиграть на втором, Nova Ultimate, второй сервер, почему именно он, не знаю, как-то больше прижился. Давайте попробуем с вами зайти сюда. Ну что ж, всем привет, с вами Серджо еще раз, и сейчас мы попробуем с вами поиграть на этом прекрасном сервере, да, вот только мы сюда сошли. Как мы видим, очень красивый спавн, большой такой, здоровый, да, очень все приятно. Сразу вот написано, да, не просто на табличках тупорылых, где там что-то надо высматривать. Все очень удобно сделано, то есть, например, смотришь, подходишь тогда. Уникальные возможности нашу клиент. Клавиша F включить микрофон, то есть, например, я могу подойти к какому-нибудь чуваку, да, как-нибудь нажать на F. Вот у меня написано, да, говорит Седжо. И если кто-то будет находиться от меня, ну, на большом расстоянии, то я с ним буду разговаривать, то есть... Просто всего лишь нажать на английскую app. Все. Очень удобно, не надо переписываться, не надо ничего делать, там, тратить на это время. Я думаю, очень классно. Например, если нажмем на F12, да, то нам показывается за привачной территорией. Я, кстати, думаю, что это очень полезная штуковина, потому что прям все, смотрите, прям все по кубикам. Все так сделано, все. Сейчас мы с вами туда пойдем и посмотрим. Думаю, все очень будет круто. Очень мне понравилось то, что здесь не лагает, не тормозит. То есть нет какого-то такого, что ты что-то делаешь, 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 потом тебя хоп и отбрасывает назад. То есть что ты делал, непонятно никому. И так постоянно происходит на обычных серверах. Здесь такого не происходит, здесь все нормально. Есть только естественные, обычные, ну, притормаживания, когда ты исследуешь территорию, да, но это нормально. То есть если ты идешь далеко куда-то и у тебя что-то появляется перед твоим носом, то это нормально, если будут какие-то... под зависание, возможно, мы их увидим, поэтому это нормально. Куча коров, я не знаю, зачем они тут. Ну, смотрите, какая корова необычная, или уже обычная. Ну, кстати, если нажмем на отвад тап, то здесь играет куча людей. Очень заполненный сервер такой, приятный. О, что такое? Видите, я нажал на Ctrl, тут всякая фигня, прям куча модов, очень интересно поиграть. Я боюсь сейчас, не знаю, если зайду куда-нибудь, может, ловушку какую-то попаду. Так, ну, внушает. Смотрите, какая-то штука, мельница, что ли. Я не знаю, для чего это нужно и зачем это работает, но я думаю, что не просто так явно. Кстати, когда мы только заходим на сервер, то у нас, видите, набор нам дается, чтобы покушать. Ну, так проще, действительно, если мы будем просто без всего выживать, то будет труднее, реально. Здесь еще нужно дойти до чего-то, нужно понять, где ты будешь жить. Кстати, если вы еще не поняли, то ссылка на проект, ссылка вообще на все эти сервера находится в описании. Заходите туда, зарегистрируйтесь, качайте клиент. Очень приятно все оформлено, мне действительно нравится. Не пустые слова. Вот, да, латекс, я знаю, латексные деревья, забирать оттуда эту хрень... чтобы делать резину. Ну да. Смотрите, тут прям, я не знаю, наверное, ночью вот эта штуковина, она светится, мне так кажется. Можно побежать куда-нибудь подальше. Мы видим, да, что здесь... Давайте нажмем F12. Вот, все запривачено. Я думаю, что так нужно будет бежать немало, чтобы где-то начать выживать. Но если, в принципе, бежать куда-нибудь вот туда, вряд ли правильное решение бежать чисто по дороге. Я думаю, куда-то нужно будет свернуть. А то тут... Оп, ты меня убить, наверное, хочешь, да? Вот что ты от меня хочешь? Не надо меня убивать, чувак. Живешь ты своей жизнью, я живу своей. Кстати, скины тут работают. Пожалуйста, все мы видим скины. Вот мой скин. Ну, это мой, да, любимый скин от Серджо. Я его использую. Загрузить скин очень просто. Там есть такая настройка профиля. И просто там выбрать скин. Просто закачать его еще. Все, в принципе, элементарно. Кстати, это у нас что, тут тоже приват? Или это уже не приват? Могу я что-нибудь сломать? О, видите, я уже могу что-то сломать. То есть здесь, по сути, можно уже начать выживание. Но если бы так и дальше прям бежал, то вряд ли бы я смог этого и сделать. Мясо, мясо, мясо. Думаю, нам нужно пожрать. Кстати, наверное, тут могут нас убить. Нужно аккуратнее ходить в джунглях, да. Но если выживать в джунглях... Ну, здесь, кстати, много деревьев. То есть можно... Можно ломать? Можно. Действительно можно. Так, ну тогда я не... Так, ночь скоро, да? Понятно. Скоро будет опасно.
Кстати, если мы нажмем с вами на такую клавишу, как F3, то мы посмотрим, да? То есть, вот Запад, вот у нас там FPS, вся эта хрень, полезно. Даже какая-то карта справа есть. Я не знаю, чего эта карта, но она... Если мы нажмем с вами на X, да, то вот, что мы видим. Контур, приближение. Все очень удобно сделано. Видите, нет таких лагов. То есть, я играю, снимаю на сервере сейчас в районе 85-90 человек. Это довольно большое количество для одного сервера. И ничего не тормозит. Совершенно. Прикольно. Мне нравится. То есть, если вы решили поиграть со своими друзьями, заходите сюда. Вас не будет ничего лагать. Здесь всегда происходят ивенты. Чистят карты. То есть, не будет такого, что там 50 лет одна карта стоит и все. Ну, чистят. Все делают нормально. Администрация здесь добрая. У меня что-то забилось. Администрация... Поэтому очень приятно все. Так, ночь. Вот ночь меня настораживает. Давайте я что, наверное, сразу все это перейду в доски. Наверное, как-то мне... Так, новые... Ух ты, дома. Ой, я слышал, да? Пучка. Ай, ай, кто? Ты вообще кто? Че ты? Это что сейчас было? Они какие-то необычные. А, хорош, сволочь. Хватит. Хорош. А, так... Уйди от меня, козел. Умри. Хорошо, что нам дан меч. Ночь. Ночь — это вообще ужасное время. Так, я прогружаю просто новые там всякие эти места, поэтому существуют такие небольшие тормоза. Хорош меня жрать. Хорош. Да беги ты быстро. Что ж, не получается. Меня сейчас съедят. Меня сейчас реально съедят. Ну давай, иди сюда, давай, иди. Так, надо строить что-то. Явно строить. Вот у нас заприваченная территория. Я пока сбегаю с этой штуковиной. Так, все новое прорисовывается. Прорисовывается — это хорошо. Это даже хорошо, что что-то новое прорисовывается. Не знаю, ну давайте... Лопата есть, да? Это хорошо, что есть лопата. Давайте вот здесь начнем какое-то выживание. Я построю здесь домик. Здесь, в принципе, дерево рядом. Дерево. Деревья рядом. Проще хрень. От спавна недалеко. То есть нужно будет как-то заприватить это все. А-а-а! Хорош! Подожди. А! Оп! Ех ты, жизни-то у тебя сколько? Оп! Ай ты, ай-яй-яй-яй-яй. На мне броня-то есть? Нет, на мне нет брони, я дурак. Так, надо быстрее что-то строить. Некогда тут ничего выравнивать. Либо меня просто съедят. Мне очень сейчас страшно, на самом деле, потому что ночью играть вот так вот, когда можно в любой момент сдохнуть, что-то не очень приятно. Можно, конечно, вот так играть, но да, так только снимать сериалы надо. Опа! Так, ну, кто может зайти? Конечно, может. Закроем. Так, окна. Но о каких окнах идет речь, друзья мои? Ни о каких окнах, понятное дело, речи не идет. Нужно быстрее все это будет сделать. Кстати, на сервер постоянно будут что-то добавлять. Все время за ним следят. Админы постоянно здесь торчат. То есть здесь не получится что-то такого плохого, ужасного сделать. За вами постоянно будут следить. Очень удобно. Кстати, может, в принципе, убрать F12 можно. Да, я уже... Все понятно. Но пока можно не приватить, хотя... Но у меня просто брать нечего. То есть ничего ценного у меня нет. О красоте дома пока можно вообще не говорить. Здесь явно не до этого. Наверное, кстати, я большой, наверное, слишком домик, да, начал делать для своего, так сказать... Какой-то кривой сегодня. Для своего огромного количества запаса ресурсов. Так, вот тут пишет, да, 51 железо за 10 мяса, да, там прочая эта хрень, дверь. Так, нам тут верстак давался, очень полезная штуковина в этой игре. Оп, побольше, видите, халявно, зомба убил, и оп, сразу, все четко сделано, мне это нравится. Гнилая плоть, она мне не нужна. Что-то я хотел сделать, наверное, так, не туда нажал, о, не то, наверное, надо сделать дверь. Хотя сейчас, наверное, зомби, если подойдут, начнут ее жрать, что не очень приятно. Кто здесь? Кстати, песочек ломал. Вот, я ломал песочек. Вот, прочая хрень. Да, жалко, не работает, да. Сейчас бы все все пандавали, вот, написано, да. Ну, понятное дело, я не админ, я никто другой. А платные услуги тоже очень... Кто здесь? Платные услуги тоже очень приятные. То есть на сайте есть там донатство, да, как на всех нормальных проектах. То есть, вы можете упростить себе жизнь, если вы зайдете туда, посмотрите, что там продают.
и все будет у вас намного проще. Что-то я сегодня действительно какой-то кривой. Кстати, справа у нас показывается, да, сколько брони у меня осталось от всего. То есть не надо нажимать на Е, вот так смотреть, что, как. А там даже жизни показывает. То есть 26, 56. Очень, да что ж, кривлю я сегодня, кривлю, да. Так. Окон не будет пока что, да, окон не будет, поэтому придется без них. Факел. У меня есть уголь? Угля вот у меня нету. Ну, ничего страшного. Не все же так просто. Мне и угольно, и все мне дайте еще. Алмазов мне дайте. Вообще весело будет. Это все честно. Все по чесноку. То есть надо будет выживать, надо будет пожить. Пока, наверное, вот такой дом. Так, не дотягиваюсь, да? Вот. В принципе, нормально, да? Пол, думаю, на... Опа! А, доски есть еще. Доски-то у меня еще есть. Давайте попробуем закрыться, потому что уютнее, когда закрываешься. Возможно, ко мне кто-то сейчас придет из людей. Возможно. Потому что я все-таки не так далеко от спавна. И открою дверь и убьет меня. Давайте попробуем кое-что прописать. То есть, если мы напишем к привате. Какой у меня ник-то? Сержу, да? Нет, такой команды нет. Ну и ладно. Значит, вот мы с вами построили дом. Поесть, наверное, надо, да? Опа. Вы знаете, мне нравится это место, только вот этим оно мне не нравится. Вот эти вот ребята, они мне очень... А чё вы сразу на меня-то идете? Погодите. Хорош. А я сейчас знаю, как вас завалить. Оп, подходите. По одному, твари. Чё вы? А чё вы сразу? А? Я тоже не дурак. Я еще завалю вас здесь всех. Рычат. А чё вы не заходите, друзья? Я жду вас в свой дом. А, у тебя жизни-то нет. Получи по роже. А, есть. Стой, сиди там. Они как будто видят, что я зашел в дом и не идут сюда специально. Давай, прыгай. Оп, оп, дверь закрыл. И удар. Удар. Хорош. Дверь не ломайте. Свиньи. Свиньи, я только ее сделал. Свиньи. Так, главное, чтобы у меня меч не закончился. Ну ничего, я сейчас наживлюсь на вас. Оп, одного завалил. Второго завалил. Может, что-нибудь есть там, алмаз какой? Кстати, мне очень нравится место, где я живу. То есть, видите, да, у чувака там инустрил крафтовские вещи всякие. Это прикольно. То есть, он выживает, он живет... А... Нет никого сзади. У него хорошо оформлен дом, у него там всякие станки стоят, он действительно работает, он действительно что-то делает. Вот, видите, он оградил себя. К нему не так просто попасть. Правда, я могу просто спрыгнуть и попасть к нему. Но... Чувак прикольный. То есть, уютно. Я здесь не... О, тут даже куча шерсти. Это прикольно. О, там еще кто-то есть. Смотрите, мы здесь с вами не одни. Это очень прикольно. Тут кто-то... Вот даже кому-то уже ресурсы девать некуда, он это делает. Смотрите, здесь всякие... Вот это что у него такое стоит? Явно хрень полезная. Лава у него там течет. А давайте к нему... Нет, если я к нему зайду, я могу сдохнуть и никогда не выбраться. И тогда мне это не надо. Этого мне не надо. Ну а так... Мне нравится это место, слушайте, это прикольное место. Здесь можно действительно повыживать, здесь можно действительно что-нибудь поделать. О, сундучки. Слушайте, а если мы с вами подойдем к этим сундучкам? Так. Интересно, там что-нибудь будет? Будет прикольно. Ой, я упал. А вот это мне не нравится, то, что я упал. Вот это меня не устраивает. Жизни. Мясо. Это кто там сверху? Это не дьявол? Нет. Запривачная. О, смотрите, топорик у нас здесь. Всякая ненужная хрень у нас здесь. Я вам скажу так. А это запривачно, да? То есть, видите, красненьким горит. Показано, наверное, это территория сталкера, да? Оп. Да, это вот чисто запривачная территория. Ну, если мы сейчас будем тратить время на то, чтобы кого-то грифануть. Кстати, смотрите, столик стоит. Столик стоит такой, здесь куча модов. Здесь и мебель есть. Здесь, если вы хотите обставить свой дом, то вам действительно нужно будет постараться. Но обставить дом можно прям... Круто. Да. Так, еще забираться надо. Кстати, день, это хорошо. Это хорошо, то, что день. Потому что сейчас можно будет что-нибудь сделать полезного для своего дома. Ну, на... Ух ты, ё. Вот это установочка. Вот это, да. Явно это не прорисовка карты, это целое явление. Да. А зачем это все? Вода? Зачем вода?
Чувствую, не надо сюда заходить куда-то. Что-то зря я иду. Мне кажется, сейчас я сдохну. Смотрите, какая вода. Все очень необычно. Меня прикалывает это. Здесь можно, если чисто, играть часа три, блин. Можно высматривать, как люди что-то делают. Это реально прикольно. Ух ты. Я такую хрень никогда не видел. Зачем это все? Да тут еще разбираться надо. Может, я могу просто зайти сюда? А, смотрите, меня не пускает. You are not permitted to enter this area. То есть, мне не дают зайти сюда. Запрет стоит. А, наверное, это и есть запрет. Или что там? Там что-то, короче. То есть, здесь осторожно надо. Если вы, например, упадете в какую-нибудь запривачную территорию, захотите выбраться благодаря тому, что вы будете ставить друг на друга блоки, у вас это не получится. Потому что там будет запривачено. Ну, в принципе, вы это знаете. О, уголь, кстати. А тут есть какая-нибудь территория? У меня кирка тут была, да? Кстати, плюс 3 урон, плюс 4 урон, плюс 2 урон какие-то. То есть это необычный, походу, кирка, да? Здесь какой-то... Тут наверняка запривачен. Нет, смотрите. Можно добыть уголь и поставить у нас дома, кстати, факел. Будет светло и прикольно. Кстати, а что там? Для чего печка нужна? А! Печка делается из камня, да. Ну, подзабыл я, подзабыл. Можно сделать печку, можно будет обжарить песок. Этот. Ой, 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 ой. Фух, я думал, меня кто-то уже бьет. Я, честно говоря, все, распрощался со своей жизнью. Наверное, как-то надо будет... А, можно тут поставить... ваш дом успешно создан. То есть, ну я просто так поставил, потому что вдруг меня убьют сейчас, или я каким-то чудом таким злым подохну, то я сюда телепортнусь. Очень удобно, не надо будет бежать. Кстати, даже на некоторых серверах, знаете, нету команды Set Home. Элементарной команды нет. Вот это дебилизм. Ну, так, таких мало, конечно, серверов. На них и не играет тогда никто. Но здесь, опять же говорю, все очень комфортно. Наверное, все-таки мало у меня булыжника, да? 27. Че, их нельзя соединить? Они какие-то... Стартовый набор. А, булыжник. Так, что-то они чем-то, походу, отличаются. Кстати, можно немного поломать булыжника, потому что, я думаю, он необходим сейчас будет нам. Но строить дом каменный я не собираюсь. Это бред. Так, деревянный топорик, да? Деревянный топорик. Так, мы тут с вами можем будем запривать территорию, чтобы нас не сожрали люди, которые войдут в наш дом. Кстати, вот наш дом. О, верстак чей-то стоит. Здесь кто-то уже был, кстати, друзья. Я честно скажу, здесь везде кто-то был. Если открыть такую программу, через которую можно посмотреть, кто и где был последний раз, то здесь, я думаю, людей будет очень много. Здесь вся карта заплодится. Кстати, вот насчет спавн территории. Я помню последний раз, как я приватил. Я знаю какие-то команды. Регион, climate и пишешь имя. Ну, давайте попробуем. То есть сейчас я покажу вам. Если у меня получится. Ну, то есть всегда вроде такие были команды. Мне большой территории не нужно, потому что я пока никто. Как, например, регион, клайм, например, и я напишу Серджо Д. Так, значит, попробуем с одной. Вот, все. Я запривател территорию. То есть, чтобы запривать территорию, нужно написать регион, клайм. Ну, вы видели, да? И написать имя. Написать, то есть, название этого... Запривачного, так сказать, кубика. Вот если на F12 нажать, здесь есть что-нибудь понять. О, видите? Показано. Мой регион. Удобно, да? То есть теперь, оп, я заприватил. Очень классно. Например, еще хочу посмотреть. Например, Восток, да? Мне друг сказал, слушай, иди на Восток. Я такой, а где Восток? Такой, где же, где же? И я такой, оп, Восток. Удобно. Реально удобно. Вот, видите, да, даже написано. В вашем личном кабинете на сайте присутствует служба поддержки. Вы туда можете задавать вопросы, просить помощь, говорить о своих проблемах. Я не знаю, ну может вас кто-то грифанул нечестным способом, да? И вы пишете об этом. То вам ответят, на вас обратят внимание. Забыл, как печка делается, честно говоря. А, вот, все. Сейчас надо будет окна сделать. Песочек нужно будет настругать. Неприятно, конечно, на песке находиться, неприятно. А, вот и песок сейчас наберем. Где лопата? Оп. Вот тут у нас открыто, это не очень прикольно. Вдруг нам гранату забросит. Наш чудо здесь, наверное, нет. Кстати, здесь может быть и есть граната. Я не знаю, какие здесь оружие, но тут очень много всего есть. Прикольно. Не то, блин. Это не то. Так, заберем обратно. Из досок хотел. Доски люблю, блин, есть светлые. Черт, ну ладно.
Можно вход оформить будет светлыми досками. Там 5 кубиков. Так, вот они, 5 кубиков. Вот они, 5 кубиков неудобных. У нас с вами есть уголь. Уголь для чего? Ну, во-первых, нам нужно сделать палки. Хотя бы на такие палки потратить раз. Ну и хватит. Остальное жирно будет. Мы с вами сейчас поставим вот так вот факел. А, у нас его одного хватит. Нет, двух. Двух хватит вполне. Открываем печку. Засовываем сюда уголь. Засовываем сюда песок. Походу, не так засунул, извините. Вот, все. А теперь нам сейчас будет стекло, так сказать, печься. В принципе, прикольно. Да, нужно будет дождаться всей этой фигни. Но, в принципе, я теперь не как лох. Кстати, это какие-то необычные деревья, да? Это, то есть... Да, это необычные деревья. Слушайте. Значит, они, наверное, запривачены, да? Они, наверное, запривачены. Ну, знаете, вы всегда с вами можете нажать F12 и увидеть, что они не запривачены. Кстати, я думаю, я хорошее место нашел, реально. Я могу сейчас пойти нарубить деревьев, и будет здорово. Слушайте, ну что, дорогие друзья, на этом первая серия подходит к концу. Заходите, играйте. Ссылка находится в описании ролика. Регистрируйтесь. Может быть, найдете этот сейчас дом. То есть мы приходите сюда, посмотрите. Не знаю, если вы здесь были, да, то есть заходите и вот так табличку ставьте. Например, вот тут табличку не поставьте, где незапривачная территория. Пишите, я здесь был, например, или Сержу, привет. Будет прикольно, будет приятно. И еще раз будет прикольно. Поэтому заходите. Я вас жду, так сказать, в свой дом. Я его доделаю, и вы сможете смотреть, как он усовершенствуется. Что ж, всем пока, с вами был Серджо. А я тут буду сейчас печь. Ха-ха.